Тест броненосца по урону онфловой. Давайте считать урон. Такой вот урон у нас. Ну и мамонт. По урону он тоже фуловый. Тоже посчитаем. Урон значительно меньше. Соответственно, ровно на одну четверть меньше урона наносит мамонт по броне третьего типа, чем броненосец. По карточкам умений у меня плюс 12% к атаке. И будем лупить по Зевсу фуловому 19 ранга, но с тем учетом, что у меня плюс 12% атаки, а у противника минус, по-моему, 2% к урону. Так, все это мне надо перемотать. Итак, засекаем время. Два мамонта появляются. Постараюсь бить одновременно, конечно. Ну, почти одновременно. Где-то в 5.47 начали, в 4.47 начали бить. И смотрим внимательно на ХП. По логике, когда броненосцы уничтожат Зевс, то у этого Зевса должно остаться где-то 25%. Ну, плюс-минус так и есть. Ну и с тем учетом, что мы лупили где-то полминуты, то да, один мамонт уничтожает один Зевс где-то за минуту. Если ранги у вас одинаковые, да, здесь ранги у нас, у меня чуть поменьше, но у меня больше карточек.